Приветствую, друзья! Ну вот и еще один обзор перспективного ICO проекта. Сегодня мы поговорим о компании Orbis, которая предоставляет инновационные решения по передаче, оплате, а также инвестированию криптовалюты. Как выяснилось, проект Orbis – это максимально комплексное решение, которое предполагает сочетание в одной платформе нескольких важнейших для участников криптосообщества инструментов. Итак, платформа будет использовать новую систему блокчейн Vault Identity Network, ID-карт сканер, проверку удостоверения личности и проверку дебетовой кредитной карточки, также сертификаты SSL, и, кроме этого, двухфакторную аутентификацию. То есть свой собственный аутентификатор. Проект Orbis одновременно объединит в себе такие услуги, как кошелек, биржа, дебетовая карта, также POS-терминал и система мобильных платежей. Также у данного проекта будет своя сеть филиалов, отделений и франшиз, виртуальный маркетинг и поддержка блокчейн-проектов во время сбора средств путем проведения краудсейлов. Ну, это, например, то, что есть сейчас похожее у эфириума. Итак, давайте поговорим немножко о функциональности данной платформы. Orbis позволяет инвестировать криптовалюту, а также позволяет ее снимать в форме местной фиатной валюты, то есть это могут быть доллары, евро или же там, например, какая-то другая валюта, например, фунты стерлингов и что-то другое. Также осуществлять переводы платежей, а также инвестиционные услуги она оказывает. Все это в сумме достигается за счет создания нескольких эффективных модулей. Проект Orbis предоставляет возможность пользователям, которые не имеют банковских продуктов, то есть не пользуются дебетовыми картами от банка, кредитными картами, проект Orbis позволяет владеть дебетовой картой с помощью приложения Orbis Payment Mobile, которое предназначено для телефонов и штрих-кодов, а также QR-кодов через проект, финансируемый за счет прибыли компании. Итак, каковы же преимущества данной платформы? Прежде всего, главное преимущество перед другими платформами заключается в возможности использования криптовалютных средств в реальной жизни. С этой целью создатели проекта выпускают сразу несколько продуктов. Это дебетовая карта, также POS-терминал, а также систему мобильных платежей NFS. Плюс к этому всему, минус у многих блокчейн-платформ такой, что большинство из них направлены исключительно на использование криптовалютных средств. При этом они как бы не позволяют работать с фиатными деньгами. Это встречается не во всех платформах, конечно, но в большинстве платформах это есть, особенно в тех, которые сейчас твердо стоят на ногах, почему-то они отказываются от фиатных денег. Да, на это есть свои, конечно, причины, то есть постоянно скачущий курс криптовалют, может быть, это их сдерживает, может, еще что-то, не знаю, но это все приводит к неудобствам использования систем таких. Операции, которые пользователи имеют возможность осуществлять через Orbis при помощи криптовалюты, могут быть применены и также к фиатным деньгам. Поэтому участники данной платформы не будут иметь никаких проблем и ограничений с этим. У команды проекта есть ряд решений, которые позволяют вообще решить текущие проблемы с криптовалютами, которые существуют. Платформа стремится обеспечить быстрый, дешевый и безопасный доступ к активам клиентам. То есть фиатные деньги и криптовалюта с помощью мобильных приложений, также платформы и уникальных филиалов самообслуживания по всему миру. У команды проекта есть решение для всех проблем с криптовалютами, как я уже сказал. Детали ICO. Давайте поговорим немножко детально об этом. Итак, CoinSale, как сами разработчики его называют, начался 1 мая и продлен до 29 октября.
принимаются такие валюты, как эфириум, биткоин, также евро или доллар. Софткап данного проекта составляет 500 тысяч евро. Один Orbis токен равен 50 евроцентам. На первой стадии CoinSale с 1 мая по 15 июня проект раздавал бонусы. Итак, 45% получили инвесторы, которые купили не менее 25 тысяч токенов ORBS. Это символ токена, напоминаю, ORBS. 40% получили те, кто купили более 15 тысяч токенов. 35% кто купил более 5 тысяч. И 30% кто купил от 1000 и более. И 25% получали все пользователи, собственно говоря, которые купили более одного токена Orbis. Я считаю данный проект довольно-таки перспективный и в своем роде уникальный. Кроме того, данный проект занимает неплохие рейтинги на рейтинговых сайтах, что также позволяет считать о том, что данный проект все-таки должен быть успешным и перспективным. Я рекомендую ознакомиться с обзором, например, на ICO Bench, ICO Daily. Там они ведется ярое обсуждение данного проекта, и это довольно интересно для ознакомления.